Не все живущие в океане охотники могут путешествовать, чтобы отыскать еду. Некоторые вынуждены ждать, пока еда сама к ним не явится. Скопление саргассовых водорослей дрейфует посреди Атлантики. Саргассы — единственные водоросли, которые всю жизнь проводят у поверхности. Они никогда не прикрепляются к морскому дну. В плавучем сплетении стеблей живет удивительный океанский хищник — саргассовый морской клоун. Каждая часть его тела имитирует водоросли. Его плавники приспособлены скорее для ходьбы, чем для плавания. На самом деле, плавать он почти не умеет. Он проводит всю свою жизнь прикованным к этому растительному плоту. Этот саргассовый морской клоун затаился и ждет тех, кто ищет пристанище среди водорослей. К сожалению, сейчас здесь никого нет. Но, по крайней мере, он не тратит ценную энергию на поиски пищи. В пустынном океане такие скопления водорослей — желанное убежище для рыбной молоди. Наконец-то. Его первый шанс за несколько недель. Он должен подобраться ближе. Он может напасть только когда будет в паре сантиметров от своей добычи. Полагаясь на свою идеальную маскировку, он прячется в водорослях. Терпение. Все еще недостаточно близко. Голод явно лишает его выдержки. Но хоть в этот раз не вышло. До того, как ему представится новый шанс, могут пройти недели.